Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Full Metal Furious. Ну что, пойдемте с вами на карту, будем продолжать дальше открывать ее и посещать новые локации. Хотя мы и так в новой локации, поэтому я думаю, что нам нужно ее посетить. Лабиринт называется. Ну что ж, пойдемте посмотрим, что это за лабиринт у нас тут такой. Дайте мне эти... Эрин, ты знаешь, как попасть к Стигийскому колодцу? Ага, единственный путь туда идет через лабиринт. Лабиринт? Ага, это полномасштабный лабиринт. Перед войной титаны договорились, что Стигийский колодец будет закрытой зоной. Поэтому десяток архитекторов построили лабиринт. Такой, чтобы никто из титанов туда попасть не мог. Забавный факт, правда? Оу, я этого не знала, но факт совсем не забавный. Да, не говори-ка. Так, это что у нас за олух тут? Оу, два олуха, ребята. Так, тихо-тихо. Я помню, они тут стрелять будут. Ага, как бы не так. Оба красных, ребята, ну-ка. Ух, нормуль. Так, блин, вот гад. Он сейчас будет меня вот этим вот доставать своим прыжком вот этим вот. Минус. Так, хорош тут бомбить, пулять. Иди сюда лучше, поговори по душам. Точнее, я буду говорить, а ты будешь меня слушать, олух. Ну что, пора... О, не-не-не-не-не, тихо-тихо, ребята. Давайте вот так попробуем. Так. Главное вовремя включать щит. Потому что он меня... Да как ты меня посмел сбить-то, а? Ага, отбой. Все, лежи отдыхать. Ну что у нас тут? У нас появляется мексиканец и бомбардир. Вот, кстати, с бомбочками нужно уничтожать в первую очередь, иначе он тут достанет. Хотя они тут все хороши, если честно. И мексикашка, которая тут будет вертушкой своей крутить. И вот этот вот минотавр. Блин, блин, блинский. Еще один бомбардир у нас тут. Его, естественно, нужно как можно быстрее уничтожить. Видите, что он творит, а? Бомбы просто под ноги бросает. И этот гаденыш там... стреляет, а? Ладно, я до него доберусь сейчас. Подождите, ребята, секундочку. Разберусь вот с этим только говняком мелким. Так, все, отдыхает. Ну, а теперь за мексиканца примемся. Все, шикарно. Ну что, минотавр? Сейчас я переключусь и... Опа! Так, пока он лежит, давайте его мучить. Мучить. Разбивать. Ой-ой-ой, я думал, что он будет сейчас прыгать. А он, оказывается, стрелять решил. Опа, отдохни чуток, родимый. Так, а вот это уже плохо, ребята. Это уже плохо. Сейчас он будет постоянно эти рывки делать. Блин, а мне надо будет переключаться на Алекс в любом случае, потому что она у меня красная. А он с красным щитом. С красной этой аурой. Мне это не нравится, абсолютно не нравится. Хотя можем его подловить, если честно. Так, тихо, тихо, тихо. Ай. Бесполезно куда-то убегать, если мы уже вплотную к нему. Все равно он будет в нашу сторону направлен и сбивать в любом случае. Так, все. Так, щит. Ага, нормуль. Прокатило, так скажем. Ну, да ё-моё. Готов, охламонище. Ну что, двигаемся с вами дальше. Дайте-ка я эти травинки все пошибаю. Вдруг там где-нибудь денежка спрятана. А это еще что за чудо? Кристалл, ребята, такой же, как у нас был, только немножко маленький, но, тем не менее, он тоже выбрасывает всякую шваль. А ну-ка, вот так вот, отдохните, все отдохните. Нужно эту турельку уничтожать. Давай-давай-давай-давай, да что ж такое, ну как они вот могут сбить, а, меня? Так-так, у него два раза идет этот удар, ребята, поэтому надо запомнить. Ну, против красного я ничего сделать не могу, еще эту турель тут... Поганая мелкая летает, а? О, есть возможность у меня ее подбить. Так, тихо, тихо. Не буянь. Ха-ха-ха, отразился, да? А в мой щит, замечательно. Слушайте, мне так ощущение, что бесполезно с ними драться. Надо, наверное, все-таки этот кристалл бомбить. Потому что он будет постоянно вызывать этих упырей всевозможных. Этих солдат, этих турелей. Вон опять турель появилась. Ну-ка, вот так. Дайте-ка я ее расколбашу сейчас. Угу, расколбасил, аж 20 раз. Ну что ты там? Так, подожди, не тот, вот, нам нужен вояка. Так, теперь опять нужно переключаться на красную, ё-моё, блин.
Зачастил он, кстати, с этим, с переключения этого щита. Ну, отлично, есть, ребята. Кристалл мы уничтожили, так, подхил нам не помешает. А теперь давайте займемся уже этими турельками мелкими. Отличненько, подхилились заодно еще сразу же. Все, теперь уже мне ничего не страшно. Уничтожаем. Ну, что дальше? Ага, дальше мы переходим на новую куда-то тут территорию. Слишком много травы здесь у нас растет. Надо ее немножко подкосить. Ага, думали, я не видел этот сундук. Так, у нас тут еще рюкзак лежит. Ну, в нем что может быть? Естественно, аптечка и сброс. Ну, как по стандарту все. Так, а этот куст? Ага, этот куст не уничтожается. Ладно. Там, я смотрю, наверху еще один рюкзак. Ну, значит, здесь будет заварушка у нас. Так, вот эти вот нафиг олухи нам не нужны, если честно. Да ладно, опять кристалл? Блин. Оу, да ладно. Да хорош, прикалываетесь, что ли? Столько-то сразу же. Да нет. Получите, распишитесь. Давайте-ка, наверное, зачистку здесь сделаем небольшую, да? А, этот кристалл у нас, ребята, в синей ауре, поэтому Алекс здесь бесполезно. Да. Так, аптечка у нас есть, ребята. Вот так. Да хорош тут уже стрелять. Будем уничтожать этот, наверное, кристалл. Нечего ему здесь. О, он еще минотавра призвал. Слушайте, это уже хреновенько. Надо... Так, переключился, блин. Ага, аптечка как раз вовремя была там. Слушай, ну на самом деле достают они вот этими вот своими полями, которыми прикрываются. Почему у меня такого нет? Оу, усиление урона. Так, началось. Здесь нужна Алекс. Так. Опа. Ох ты, а что я такое сделал? Ребят, я нажал на кнопку U, и почему-то я их задурманил. Но только она не всегда почему-то срабатывает. Минус один минотавр стопудово. Так, давайте этого сейчас добьем. Хорош тут летать по всему экрану. И разбираем уже этот кристалл. Так, ну смотрите, он больше никого не вызывает. Это нам на руку. Он 16 уровня, поэтому пора ему сдохнуть. Так, дают нам немножко денег. Ну, идем тогда наверх. Что нас там наверху ждет? Ага, лабиринт, по-моему, да? Точно какой-то лабиринт. Интересно, куда здесь нужно идти? Ладно, я вижу бочку. Давай. Буду двигаться туда, где находится бочка. Смотрите, там наверху еще бочки. Опачки, сундучок. Оу, новая карта. Адамантит. Почти нерушим, почти незаменим. Это как так? Почти нерушим, почти незаменим. Ладно, это мы узнаем все потом, попозже. Сейчас у нас другая цель. Выйти, наверное, из этого лабиринта. Я надеюсь, здесь не будет у нас никаких драк происходить. А то слишком узенько здесь все. Так, тут тупик. Да, тупик. Давайте, наверное, вот здесь вот сходим. А, тоже. Смотрите, а там бочки я пропустил. Надо их добить. О, и сундук наверху. Хитро. Что у нас здесь? Деньги. Вот денег, когда дают много, это хорошо, ребят. Деньги нам нужны, нам нужно прокачиваться. Нужно изучать новые перки. Да, нам нужно сюда вот вниз идти. Вверх мы с вами полностью весь облазили. А ну-ка, что здесь? Так, тупик. Вот они, бочечки. Пустые почему-то оказались. Как-то странно. Слушайте, какой-то дерьмовый, честно говоря, лабиринт. Короткий, страж лабиринта. Ага. Интересно, кто это будет. И это все? Отстойный лабиринт. Нет, постойте, я жалею, что это сказала. А что случилось? Забавный факт. Из-за того, что все титаны одновременно, не договариваясь, строили лабиринт, отдельные части лабиринта не связаны друг с другом. Так и стал этот лабиринт одновременно самым большим и самым маленьким. И по той же причине титаны больше никогда не работали вместе. Здорово, правда? Не знаю. Правда, наверное. Спасибо, Алекс. Эрин у нас такая самая начитанная, все знает, да, все нам рассказывает.
Так, и куда там мы с вами идем? Чувствую, сейчас будет возня. Остановитесь, фурии, дальше вам идти не дозволено. Я Мунус, царь Минотавров. По приказу самого владыки Менетия дальше никому проходить не разрешается. Прости, Мунус, нам придется пройти, хочешь ты этого или нет. Да будет так, вы по своему своеволию не вняли моим словам. Готовьтесь же к смуртии, хая! А вот это, наверное, зря, братишка, зря так сказал. Ну что, где этот Минотавр? Царь Мунас. А вот он. Так, что он? Воу. Слушай, не слишком ли много ты на себя берешь, сынок, а? Стрелять собирается, ребята. Черт подери. Да, патрон у него лихий, пробивает мой щит только на ура. Ну? Ага, опять. И это все, что он будет делать? Хе-хе. Салабон. Вот что я вам скажу, ребята. Просто-напросто салабон. Так, подожди, какие-то пиявки тут повылазили. Так, а он еще и стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо все. Их тут очень много, и эти пиявки, ребята, у нас тепловые. Вот так вот мы сделаем. Куча бесполезного хлама от них осталось. Так, давайте вот этих вот добьем. Куда ты там прыгаешь на меня, а? Да сдохни ты уже. Так, и у нас там лежит аптечка. Она нам, наверное, ребят, пригодится сейчас. Ну, давайте щитом его. Три удара мы делаем щитом с этого, с ускорения. Но мне хотелось бы, знаете, ребят, когда красный щит у нас становится, долбануть его как следует, чтоб он знал, где раки зимуют. Достал он уже своими этими вот пулялками. Прям сил нету. Пока я добегу, пока я его ударю, надо опять уже отходить. Кстати, мы доходим до очередного деления, ребята. Что-то будет опять сейчас происходить новенькое. Да, вот чего-чего, вот этого только не хватало. Появляется у нас, ребята, кристалл, как вы видите. Тут у нас еще и воин. Надо уничтожать его в первую очередь и как можно быстрее. Ну-ка, дайте-ка я вот с этим... Ой, блин, зря я, конечно, вертушку начал делать. Когда этот Муна стреляет, он все сбивает на своем пути. Ничего не поможет. Отлично. Не, это, по-моему, бесполезно, ребят. Драться с ними, он постоянно будет вызывать этот кристалл солдат и всякую шелупень. Так что надо, мне кажется... Блин! Просто... Ох ты, ничего себе подрезали! Пошел отсюда. Так, давайте-ка... Ага, отлично, не задевает нас. Давай, танкуля, вставай у меня, молодец. Все, надо разбивать кристалл, как ни крути. Иначе у нас этот бой сейчас затянется на очень-очень долгое время. Шикарно получилось. Так, он поменял расцветку, блин. Как раз для Алекса. Перебил я все-таки ему удар этот. Давай, вставай, танкуля. Вот это вот, я так и не понял, ребят, как у меня получается, но чисто случайно. Нажимаю на кнопку U, и он делает какой-то контрудар или что-то в этом роде. Но происходит это очень-очень редко. Так. Блин, надо выстоять. Нормуль, отбился он. Так, а у нас кристалл красный, да? Значит, нужно Алекса вызывать. Давайте вызываем Алекса и начинаем. Так, осталось совсем-совсем чуть-чуть. Блин, главное не... Ха! Рикошетом просто забомбил ее. Ну что ты, солдатик, давай теперь поговорим. Кристалла больше нету. Но также я смотрю, у Мунуса, ребята, еще одно деление будет. Значит, он еще будет здесь чудить. И, наверное, еще хлеще прежнего. Так, сейчас я его ударом буду звездарить. Поехали. Так, получил он свое. Так, отбегаем. И... А, нет, тут можно не прикрываться. Когда в разнобойку, это все легко и просто. Сейчас, ребятушки, мы дойдем с вами еще до одного деления и посмотрим, что он тут будет у нас чудить. Надеюсь, он не вызовет два кристалла, а то это будет слишком жестко. Так, нормуль. Ох ты, да не говорите, что он еще сам включается в бой. Точно, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все-таки как хорошо меня спасает щит, ребята. Как же он великолепен.
Можно в любую секунду прикрыться от какого-нибудь нежданчика, который в нас направляется. Слушай, этот Монос достал. Он, по-моему, здесь только и делает эти ускорения. Так. Ну, давай. Ага, отлично. Блин, да вы задолбали уже, блин, с двух сторон своими молотками да всякой чушью, блин, бить. Этот еще Монос тут разлетался. Блин, у меня очень мало жизни, ребят, я не знаю. А что случилось-то? Почему? Странно, блин. Прыжок мой не сработал. Отвалите вы все. Дайте мне танка моего поставить на ноги. Вот, все. Теперь Алекса завалили, а? Ну-ка. Так, главное щит ставить, ребята. Вовремя ставить щит, и все у нас будет хорошо. Если он сейчас еще раз меня ударит, все, мне будет край. Вставай давай, Алекс. Нормуль здесь, мы простояли, отлично. Подхил небольшой. Да он же уже достал. Все, давайте тогда вот так делать. А почему щит-то не сработал? Я не помню, я поставил, ребят. Видимо, пробил его все-таки, а? Ну. Так. Осталось-то всего ничего ему тут, этому Монусу. Давайте вот здесь его прижмем. Эх, я так и думал, что сейчас пришибет. Так, давай, поднимайся, пока этот там копит. Ха-ха-ха. Щит сработал, значит, замечательно все. Опа, всего на два раза хватает щита, ребята. Поэтому слишком много здесь. Ну, вставай. Бляха-муха. Есть. Хе-хе, мы его добили, ребят. Ух. Ух, Фурии, вам неведомо, куда ведет вас путь. Это священная земля, запретная для людей. Спасибо. Я не человек. Я в переносном смысле. Боги, да вы просто отстой. Вот так вот. Так, и что у нас тут? Сундучок очередной, ребята, к нам спускается. И... для кого? Для кого? Алая цепь. Усиль свою цепь мешками с кровью. Это у нас для снайпера. Хотелось бы, конечно, все это посмотреть, ребята. Хотелось бы. Но мы играем все-таки за воина и за танка. Поэтому нет пока смысла развивать других. Позже той же ночью. Спят они, да? Опять радио, что ли? Точно. Бззт. Да, кто это? Фурии, проснитесь. Кой требует вашего внимания. Кой? Как вообще возможно выйти на эту частоту? А зачем вообще вам нужно радио? Чтобы двигаться вперед по сюжету? Может быть, некоторым вопросам лучше оставаться без ответа? В любом случае, я здесь, чтобы предупредить вас. О чем? Вы идете к стигийскому колодцу. Не спускайтесь слишком глубоко. Вещи более страшные, чем титаны, таятся там, в глубине. Почему ты нам это говоришь? Разве мы не враги? Хм. Враги, ха-ха. Фурии, у вас слишком примитивный взгляд на отношения. Наши встречи явно показали, что мне нужно расти. Вы мои антагонисты, и будь на то моя воля, мы бы вертелись в вечном круговороте битвы. Типа Вальгалы. Единственное, что имеет значение, это прогресс, а война и есть прогресс. За последние 100 лет технологического продвижения было больше, чем за все 1000 лет правления Прометея. И ты думаешь, что гибель миллионов людей во имя науки того стоит? Какой ты бессердечный, даже для хладнокровного титана. Что ты на это скажешь, Кой? Пусть технологии хладнокровные, но без них человечеству не подняться на новую высоту. Однажды вы сами это поймете, Фурии. И внемлите моему предупреждению. Не погружайтесь в стигийский колодец слишком глубоко, если не хотите, чтобы он стал вашей могилой. Бззт. Думаю, Кой прав. Правда? Ага, надо просто выкинуть это радио. Ну что же, ребята, мы получили предупреждение от самого Коя, чтобы мы не лезли в стигийский колодец. Но я считаю наоборот, что мы туда с вами пойдем. Так, адамантит. Что это такое у нас? Ага, не регенерируется. А вот это плохо, ребята. А что он вообще дает-то? А, все, понял, ребят, смотрите, у него 745 защиты.
И все, больше он ничего не сможет делать, только защищать нас. То есть, если у него спадает вот эти вот 745 очков, мы остаемся без щита. Ладно, давайте мы с вами возьмем, попробуем его. Как оно, что и почем. Если не понравится, поменяем. Так, денежка у нас есть. Ну да, и причем довольно прилично. Давайте с вами что-нибудь приобретем. Бешеный бык у нас тут и отбойка. Заманчиво. Так, я даже не знаю, ребят. Ну, давайте, может быть, адреналин. Черт, наверное, все-таки вот так мы сделаем с вами. И здесь мы сделаем вот это вот, бешеный бык. Давайте полностью разовьем, чтобы он уже глаза нам не мозолил. По максималочке, отлично. И здесь сделаем. Так, сила нам тоже нужна, чтобы наносить дамаг как можно больше. Все, ребята, 193 голды у нас всего осталось. Покупать мы с вами ничего не сможем. Поэтому, думаю, нам пора отправляться дальше на карту. И уже будем определяться, куда нам идти. Так. Ага, открылась у нас дальше карта. И это у нас к Стигийскому колодцу. А что у нас вот здесь вот выше? К вратам Коя. Слушайте, я не знаю, давайте, наверное, все-таки мы пойдем в колодец с вами. Хотя и Коя можно было бы попробовать запинать. Но пойдем все-таки мы в колодец. Так. И что? Что-то я не понял, ребят. Что я сделал? Я, по-моему, опять вышел. Нет, меня так не устраивает. Я должен же как-то подойти сюда, ведь так? А, вот, здесь можно пройти. Я думал, что там нет дорожки. Колос! Добро пожаловать в Стигийский колодец. Ой-ой, я его не вижу. Кажется, я снова потерялась. Думаю, надо вернуться в лагерь и подумать над этим. Нет-нет, мы в правильном месте. Я вижу какую-то помеху, вроде отдаленного сигнала. Готовьте попки, девочки, мы отправляемся вниз. Отключи алмазную стену огня. Так, подожди, это мы уже читали. А как мне вниз-то опуститься, а? А, надо было нажать стиком вниз, понятно. Ух, ребятушки, мы с вами в колодце. 1000 километров, лимб. Бззт. Мргр. Кто посмел вступить в мои владения? Я Титанида Стикс, и это священная земля. Да я смотрю, у вас тут у всех она священная. Я отвечу, Трис. Здравствуйте, мадам Стикс. Пожалуйста, не беспокойтесь из-за нас. Нам нужно всего-навсего разбить кое-что спрятанное там, внизу. Алекс, ты думаешь, это прокатит? Я сомневаюсь. Знаете ли вы, сколько договоров нарушает ваш приход сюда? Считайте это предупреждением. А те, кто осмелится идти дальше, хрмп, погибнут? Ну что, это не сработало. Пора драться. Потерянные души. Ага, ладно, давайте разбираться. Что они тут делают? Ну, пока ничего страшного я не вижу. Оу. Теперь, кажется, вижу. Так, они после себя оставляют какие-то шары, ребят. Вот эти вот электрические, их лучше не касаться. Это я уже понял. Вот так, иди отсюда. Да, в принципе, они ватные, ребят. Так, а это что у нас? Мексиканцы в красных шлемах? Точно, ребят. О-о! Ты посмотри! Ничего себе, они тут буянят. А если я так же? Понравилось вам всем? Блин, сбили меня. Хорошо, что хоть аптечек тут много лежит. Лежало. Уже не осталось ничего. Так, отлично. Убили, убили. Ну, это, ребята, только четвертинка боя. Увидите сами наверху шкала вот этого вот боя у нас. Она отмечена красным. И у нас прекратится здесь все, когда мы ее истратим. Да ладно, тут еще и турели эти, блин. Да, Алексу плохо, у нее нет защиты против пуль. Но зато у нее очень хорошие атаки. Вот так. Давай-давай-давай. Ага, не получилось ее сбить. Так, мне бы до аптечки, ребята, как-то дотянуться бы. Давай вот здесь вот. Так, отлично. Еще минус одна.
Так, а тут красный и синий щит. Что-то не сработало, по-моему, да? А, нет, все нормально. Так, а здесь уже нужна Алекс. Ну все, хорош стрелять уже, достал. Так, ну что? Кто еще? А, опять эти, да? Потерянные души. Да ладно, еще и Минотавр появился. Блин. Да что ж такое-то, а? Ну давайте сюда еще этих взрывателей. Потом еще кого-нибудь сюда до кучи. Мало того, что тут еще шипы эти из-под земли вылазили. Че? Не понял я там. Ага, тут еще и мексикашка прибыл. Пока мы вот так вот... Так, подожди. Еще один. Ну-ка, Алекс, давай-ка прыжок свой. Ага, замечательно. Теперь нам нужно вот этого Минотавра лишить ауры, по идее. Ага, лишили, блин. Ну-ка, вот этого добьем. Отлично. Минотавр у нас си. О, еще и взрывник прибежал. Невнятный, блин. Началось, короче. Вставай, Алекс, давай, некогда тут отдыхать. Ёлки-палки. По идее, мне здесь кто? Да мне здесь и танк нужен. Да и Алекс тоже нужна будет. Надо вот этого вот взрывателя, по идее, шибануть. Как бы это сделать только? По-хитрому, а? Черт бы тебя побрал, а? Минотавр долбанный. Ты достал уже, все-таки сбил, а? Ну что ж, давайте попробуем успеть. Алекс, давай, вставай. Ну, в принципе, щит неплохой, ребят. Но, видите, у него заканчивается прочность. Уже 621 прочность. И получается, что когда она исчезнет, мы с вами останемся без щита. Что-то какой-то расклад не очень хороший, если честно. Тот щит, хоть он и меньше был, но он восстанавливался. А этот шиш. Ну что, добиваем, ребята? Так, если что, я встану в щит. Ага. На шипы меня, гад! Пошел отсюда. Блин, вот если бы у меня было бы мало жизни, ребята, вот он меня на шипы когда бросанул, я мог там просто-напросто погибнуть. Так, ну что, у нас тут сундучок с одним деньгами. Ладно. Ага, и здесь сундук с рюкзаком. Что, тут тоже деньги. Стойте, нарушители, я кадр... Страж Лимбо, вы должны быть ниже, чтобы пройти. Ниже. Алекс, Алекс придуряется. Неудача, приготовьтесь умереть. Ага, ё-моё, еще один бой у нас здесь. Так, давайте... Что такое, что тут? Блин, огромная турель. Ладно. Слушайте, и довольно много хп у нее. Еще и маленьких позвала. Так. Тихо. Главное не лопухнуться. Да как тут не лопухнешься, блин, со всех сторон? Такая огневая мощь идет. Ага, вот он что делает. Ага. В ответку получил обратно. Теперь в разные стороны. Блин, нет у него, так скажем, постоянства. Мелкий готов. Он еще вызывает что-то, ребят. Еще турели. Для Алекса. Пиво для Алекса, ё-моё, блин. Готово. Так. Блин, мне нужна вот эта аптечка, ребята. О, шикарно. Две аптечки у нас здесь есть. Это уже радует. Так, если что, я подниму. Спешка. Что спешка была такая интересная? Блин, я еще не во всех ударах разобрался, получается. Как-то в определенный момент нажимаю кнопку, получается что-то типа суперудара или супер-контратаки. И от этого уже совсем другие удары у нас появляются. Спешки всякие, оглушения. Как это все делается? Не зря у меня, ребята, в лагере в моем есть манекен. Видимо, на нем все это можно отрабатывать, все эти удары. Так, что у него тут? Ага, синий щит. Кстати, смотрите, у меня броня... Оу, вот и разбили мой щит. Все, я без щита.
Как видите, по нолям. Он даже не восстанавливается. Печаль. Да сдохни ты уже. Ха-ха, все. Одолели мы все-таки эту пушку, ребят. И, да, прошли этот, видимо, уровень. Давайте-ка посмотрим, что нам... О, новенькое что-то. Ор черепахи. Поза черепахи. Хм. Это мы уже с вами посмотрим, когда прибудем в лагерь, что это за ор черепахи. Так, ну что же, замечательно все. Мы растем потихонечку. Так, а вот наш лагерь. Опа-на, я не понял. У нас лагерь в лифте находится. Так, сколько денег у нас? Ну, в принципе, 5000, нормально. Давайте мы с вами изучим ор черепахи, да? Что он, интересно, делает? Новое. Дает барьер отряда. Это какой же такой барьер? А здесь уничтожает снаряды. Ребят, я не знаю. Ух ты! А чё так мало-то? Ё-моё, ауру мне дают защитную. Так, ну что мы можем с вами изучить? Марафонец у нас новая появилась. И объем легких. Блин, давайте марафонец, наверное, с вами изучим. Или отбойку. Давайте отбойку лучше. Все. Так, блокирование, да? Ю в последний момент, и у нас все будет хорошо. А как узнать, когда этот последний момент? Вот в чем вопрос. Так, ты мне что тут скажешь? Равенство во всем. Камень, на котором начертаны принципы Стикс. Какая ирония, что камень с таким неожиданным прямым сообщением оказался спрятан. Че он несет? Я не понимаю. И вон и вот эти ребусы, которые он загадывает нам. Так, а мы с вами... Все равно еще в лифте. И я так понимаю, мы можем опуститься ниже. 2000 километров, похоть. Только не говорите, что здесь будет 9 этих врат. По-моему, так оно и будет, ребята. Хромофурии, вы думаете, что можно безнаказанно убивать моих любимых стражей? Я приму ответные меры. Прошу вас, мы не хотим с вами драться. Нам нужно только уничтожить алмазный магнит, скрытый внизу. У нас нет выбора. Хм, нет выбора? У каждого есть выбор. Вы решили, что можете пройти сюда и наследить в моем доме своими грязными ногами. Вы решили, что можно нарушить гармонию, установленную титанами на века. А я решаю, что пора спустить на вас всех собак. Очень интересно, что ты предлагаешь? А если вы будете и дальше испытывать мое терпение, я обниму своего щеночка. От последствий не уйдете, фурии, они все равно настигнут. Не сейчас, так в загробной жизни. Да? А я позабочусь, чтобы загробная жизнь на вас наступила поскорее. Хио-хио-хио! Ребята, Стикс, я, насколько помню, была такая река Стикс, где этот, как его, переправщик вроде бы, да, перевозил души на другой берег за монету. Вот это я точно помню. Как ни крути, меня в этом плане не обманешь. Так, ладно, о-о-о-о-о, тихо, тихонько, не надо, здесь эти, блин, трубачи появились, да? Так, что они тут чудят? Ладно, будем их разбирать. Так, танцует он там у меня, да? А вот эту вот, ребятушки, я не смогу пробить, она в щите. Видимо, нужно одного из трубача убить, чтобы снять вот этот щит с турели. Да? Сняли? Нет, ни шиша не сняли мы почему-то. Щит бунта я, короче... Увеличил себе снаряжение. Уровень. Давайте, вот так, готов этот. А, нет, еще не подбил, ребята, я этого бомбардира. Ну, сейчас ему конец. Так, этот выпускает свои, блин, еще и невнятный. Тут, короче, вся соляночка прибыла. Блин, до сих пор не могу понять, почему у турели не сходит щит. Неужели вот этого надо бить? Точно, ребята, все. Теперь моя очередь веселиться. Давайте разбирать их. Так, тихо. Блин, невозможно отбежать. Ох ты, ну бомбят тут, конечно, по чернаку. Посмотрите, что происходит. Готов. Так, давайте вот этого попробуем. Так, 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 тихо, убегаем. Нам неприятности ни к чему. Нам не нужно ни на бомбы попадать, ни под обстрел. Ну иди сюда, невнятный. Сейчас тебе будут кранты. Все, что ли? Нет. Тут еще слишком много развратников, я смотрю. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты посмотри, тут много красных и один всего лишь синий.
не спасло, не помогло почему-то мне этот крик. Ой-ой-ой, вот это вот плохо. Плохо, ребятушки, очень плохо. Мне нужно теперь как-то умудриться Алексом ее рисануть. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, все, нормуль. Теперь я спокоен. Слушайте, наверное, довольно прикольно было бы поиграть в эту игру в кооперативе, поверьте. Но так как я играю один, я все эти муки взял на одного себя лишь. Так, погоди-ка, погоди-ка, тут у нас еще и дух появился, да, этот призрак? Да, точно, ребята, призрак есть. Смотри, что он, даже второй уже появился. Ай-яй-яй. Это плохо. Иди сюда, трубач, куда бегаешь там, убегаешь от меня? Слушайте, мобы уже стали намного крепче, у них уже приличное количество ХП. И так просто их не разбить. Что-то даже крик мой не помогает, не пойму почему. Странно как-то. А раньше они отлетали, а сейчас нифига. Так, эти духи имеют способность, короче, исчезать и появляться потом в любом месте. Самое главное, что они... Что они вот эти вот сферы ставят. Ай-яй-яй-яй-яй. Их тут слишком-слишком много. Оу. Так, у меня щит. Ну, щит еще есть. Немножко, правда, но есть. Да, да хорош, ё-моё, блин. Да, все как-то очень плохо здесь. Блин, я не должен... А, аптечка, наконец-то. Так, давай, резайся. Танкуля, резайся. Молодец, все. Так, у нас две турели синие. Сейчас будут бомбить. Так, давайте добьем одну. Все, шикарно. Еще одна здесь у нас осталась. Надо ее тоже... Блин, мне туда на шипы как-то нерезонно идти, ребят. Поэтому будем вот здесь вот, наверное, ждать. Прыгаем. Ну, а теперь разбираем. Так, минус дух. Второй тоже минус. Нет, а... Подожди, нет, не минус, вот он. Там осталось еще маленько у него ХП. Так, ну а теперь уже будем вон ту турельку разбирать. Это, кстати, последний, так скажем, противник. Давайте добьем его. Ну! Бинго! И что теперь? Еще куда-то ниже или как? А, сундучок нам дают, ребята. Значит, мы этот уровень прошли. Так, а тут у нас что? Тоже деньги? Денюшки. Ух! Великолепно. И здесь тоже деньги. Ну что же, замечательно. Денюжки никогда не бывают лишними. Девы, зрите меня, я страж похоти. Глядите на мое изваянное тело и подчиняйтесь. Ха-ха, муж Афродит. Вау. Мэг. Мэг у нас в шоке была. Так. Ага. Начинается опять полный, ребята, расколбас. Наиполнейший просто-напросто. Как вы видите, муж Афродит стоит посередине. И вокруг него здесь всякая шелупень танцует. И невнятный, тут же дух летает. Надо как-то его достать. Блин, да вы задолбали, а? Причем, ребята, у них у всех белый щит. Это означает только одно, что мы не можем им причинить вреда. Единственный, кто здесь беззащитен, этот вот этот придурок. Муж Афродит, блин. Ага, подбили все-таки мне мою Алекс. Так, вон там аптечка есть, ребят. Ну, пока вроде бы терпимо. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, а. Так, давай, давай, давай. Вот так вот. Вставай, Алекс. Ты мне нужна. Бомбардировка опять. Ну, хорошо, что щит есть. Он, правда, ну, еще вроде более-менее целенький. Так. Можно, опа, можно, в принципе, стоять им и прикрываться, но он тогда очень быстро у нас израсходуется, и мы останемся с вами вообще без защиты какой-либо. Кто тут у нас только наносит урон? В принципе, один призрак. Потом вот этот придурок, который танцует, мексиканец. И невнятный, но он своей бомбардировкой. В принципе, так они ничего из себя толкового не представляют. 510 хп осталось у этого мужлана. Так, надо как-то его добить. Безопасно. Оу, щет. Как же так, а? Ну-ка, вот так вот.
Блин, Алекс, конечно, все, она хороша, она молодец, но у нее нет абсолютно никакой защиты, абсолютно. Единственное, что она может избежать удара своим прыжком, но ситуацию это, по большому счету, не спасает. Хотелось бы, конечно, посмотреть бы, что у нас такое инженер может делать и снайпер. Инженер, я так понял, он там всякие турели, ловушки ставит, а снайпер чисто стреляет. Ну, 52 хп осталось у этого говнюка. Бинго! Ха-ха, отлично, ребята. Все-таки мы справились. Увы, я побежден. Истинная трагедия. Я удаляюсь в безотрадный мир. А вы, ужасные, уходите свободно. Ха-ха, муж Афродит, блин. Алекс, думаю, это ничего. Да, типа, как-нибудь переживем мы это все дело. И падает нам сундучок заветный наш. Дайте что-нибудь хорошенькое. О, чертеж. Ага, самострел, выпивка и стрельба не сочетается, даже в шутку. Это у нас для инженера выпал чертежик. Хорошо. Ух, ну что, ребята, я так думаю, мы сейчас возвращаемся с вами на базу. Не знаю, сколько у нас там денег и есть ли что-нибудь смысл покупать. Так, ну-ка. Здесь абсолютно ничего нету. Единственное, что я хочу сделать, ребята, это поставить свой старенький дракокамень. Щит, укрывающий нас от печали. Я думаю, что он будет лучше, по крайней мере, у него идет регенерация. Так, ну и вроде бы как все. Здесь ничего больше нету. Так, а, давайте еще поставим, да, кстати. Мы, ор медведя нам не нужен, а вот ор барана возьмем. Потому что ор черепахи меня не совсем устраивает. В плане, у него очень кратковременный щит. Действие ауры идет. Так, и давайте, наверное, мы с вами выучим немножечко ХП. Отлично. Так, и, наверное, силенки. Все, ребята. Больше мы ничего себе позволить не можем. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте мы будем завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующих видосиках. Всем пока.